Сколько стоят продукты в Англии? Пока Банк Англии повышает ставку, а Теско сокращает цены, я пойду в Сейнсбурис. Итак, набрав довольно-таки увесистую корзину, давайте посмотрим, что я купил. Я себе купил тунец, потому что его сильно обожаю. Авокадо, чтобы делать вкусные бутики с тунцом. Также взял себе овсяное молоко на замену обычному. И остальные важные продукты, такие как яйца, хлеб и так далее. Итак, цена без учета скидки вышла 29 паундов, а если бы точнее, то 28,70. Но у меня есть магическая карта Нектар, которая мне дает скидку, и цена вышла 22,40. Пишите в комментариях, что вы думаете, дорого это или нет на семью, ну а я пошел делать новое видео.